Па-п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 а. Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Только что до этого мы с вами проплыли. Непонятно куда, непонятно как. Короче говоря, около того пивного бочонка мы с вами, по-моему, в прошлой серии же спрыгивали там. И, если честно, то херово пойми, как сюда попали. Потому что в прошлый раз мы туда не попадали, сюда никак. У нас здесь магнум появился какого-то хера. Потому что до этого у нас, ну, серьезно, не было этого места. И вот этих вот аквапарка я тоже этого нихера не видел. Нормально у них тут развлекалово, смотри, короче, аквапарк прямо в пивном заводе. Замечательно. Булсквит. Так, вот это внезапно сейчас было. А, это, подожди-ка, это... Это, походу, самое начальное место вообще получается. Только с этой стороны дверь не открывалась у нас, наверное, получается. Походу, дела, да. Ну ладно, о, Булсквит, сука. Пошел нахер, слышь. Да какого хера-то я тебя с магнума стрелять должен с первого патрона был упасть? Собака. Опа, ага, отличненько. Видать, пришли туда, куда надо. Замечательно, и бомбочки наши подбираем. И патрончики. Еще проход, ну ладно, попробуем рычаг включить. Я так понимаю, мы сейчас с такими темпами, короче, а, насморк заработаем. А, но такими темпами все оружие наше назад соберем. Ну да, смотри, пивные горки начали работать, только почему-то в обратную сторону. Ну ладно, это нестандартный парк развлечений, нестандартный аквапарк. В обычном аквапарке, наверное, пивко просто так не раздают, прям в воде не продают. Куда мы все спускаемся? Так, а вот сейчас, короче, вообще... Опа, опять булсквит, сука. А вот сейчас нихера вообще непонятно, где мы находимся и... Нет, я туда пока не пойду, подожди-ка. Нихера непонятно, ну ладно, короче говоря, их надо, наверное, расстрелять, потому что если мы сейчас поедем... На этих пивных горках кататься, у нас они расстреляют из там под низу, и мы с вами потеряем большое количество здоровья. Я пока плыл, уже до хера здоровья потерял, вот я к чему. Тут у нас что так? Ой! Ай, ничего не работает, ни хера. Плохо. Так, куда они нас сбросят? Они нас сбросят на другую какую-то перемещалку. Получается, к этим булсквидам мы с вами и поплывем. Ну-ка, пойдем-ка сначала с ними разберемся. Пистолет у нас, патрона до хера с него постреляем, пока магнум тратить не буду, а то мало ли спецназовцы появится, это будет печально. Так, очередная мертвая зона, это хорошо. Да сдохни ты уже, ну. Алло, булскит, сука. Сколько на него надо патронов, ни хера себе. Где второй? Вон второй, падла. А, это первый. А второй где? Их же два было, только что я видел, по-моему. Булскиды, вы где? А, вот второй, падла. Короче говоря, они не стреляют в меня через решетки. Это мне, несомненно, очень сильно нравится. Он меня не видит. Надо ему в голову попадать, но в голову... Хер, прицель-то как это... Сука, как ты меня заметил, псина. Ты не должен был меня заметить, пес. Давай, вот сюда иди. Ага, на, тука, в хвост прям, падла, получи. На, отлично. Так, пойдем спустимся, посмотрим, что тут. Опасная зона, но это само собой. Все закрыто. Короче, по-любому на этих горках надо прокатиться. По-другому мы никак никуда не пойдем. Где все мое оружие? Как его достать до конца-то? Че там, че там, че там, че тут лежит? Подожди-ка. А, это говно какое-то. Хе-хе, ну ладно. Говно я подбирать не буду. Говно это не мое оружие. Так, я откуда спустился? Подожди-ка. Окей. Здесь что такое? Ага. Ясно. Ясно, понятно. Ну, не зря мы их убили, потому что сейчас реально мы поедем к ним. И если бы они были живы, они бы нас стреляли, мы бы вообще с вами не доехали. Твою мать. Эй, а как тут забраться? Я не понял. Ну-ка, F5-ка.
на всякий пожарный, поехали. Да, в натуре сюда. Тихо, тихо, тихо. Так, здоровье не потрать! Так, не сюда, походу, дело, да? Надо было дальше проходить. Эта херня меня сейчас перемолит просто в щепки, прям в мясо в какое-то меня превратит. А, нет, тут что, проход? В мясо меня превратит, только в путь. Так, тут булскиды были, это не то. Подожди, а как же дальше-то пройти? Это вопрос на миллион, я думал, нам сюда. Так, подожди, это, короче, очень странная локация, просто отвратительная. Я не понимаю, что куда, куда, зачем, как проходить, куда идти. Решетки все закрыты, так мы никак туда не попадем, кроме как через этот перемалывающий аппарат. Это херовенько. Так, тут мы спрыгнули, тут ничего нету, ладно. Это, наверное, самая отвратительная локация на текущий момент, потому что, серьезно, здесь все очень запутано и все очень непонятно. А наверху-то у нас что? Так, наверху какой-то проход. Может, где-то спрыгнуть? Они сбрасывают, а дальше чего? Дальше все равно там решетка, дальше мы так никуда не залезем. Ее, наверное, надо выключить, точно. Ну-ка. А если я выключу, мы все равно куда-то там не проедем никак. Во! Че, я вырубил сейчас? Я, наверное, ее как-то поднял. Да, смотрите, красные лампочки загорелись, значит, там мы сейчас сможем спокойно пройти. Мы включили подъемник и выключили перемалывающую херню. Да? Да, все хорошо. Отличненько. Ага. А так бы все, нам бы всю шею просто поломало. Вот сейчас и в пятка. Поехали. Патроны, кстати, улетели вообще от пистолета. Их стало очень мало, их стало всего 24 штучки. Но есть магнум в конце-то концов. А это означает, что пару хедшотов и пару десантников у нас пропадут. И это замечательно. Главное, чтобы не очередные булсквиды и та херня, которая из порталов появляется. Так, спокойно. Конвейер. Осторожно, опасно, держитесь в стороне. В стороне от чего? Могу проехать? Нет. Так, пойдемте, пойдемте, найдем нормальный спуск, адекватный вход. Фай, включи-ка мне, ну. Во. Ишь ты, заперли меня собаки. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо, вот это плохо. Вот это отвратительно. Это у нас здравствуй, постел второй прямо. Это прям было такое. Так, ладно, надо как-то успеть пробежать. Опа-опа-опа-опа-опа-опа, красава какая. Тихо-тихо-тихо, в пятка. Опа-опа-опа-опа-опа-опа, красавец. Что случилось? Маффон пошел. Ясненько, ясненько. Нет, ни за что. Сюда. Меня так и хотят, короче, превратить в какой-то фарш. Это, наверное, из меня сделать какую-то рыбку, пивку или закуску, или что-нибудь такого. Но я не хочу в это превращаться, ни в коем случае. Так, отличненько. Нам сюда, да? Но если мне дали спрыгнуть... А там закрыто все равно. Если мне дали спрыгнуть, значит, нам по-любому сюда. Музыка какая-то прям нагнетающая, напрягающая. Что делаешь? Что ты делаешь? А, ты платформу мне тащишь. А зачем? Так, она от места к месту. А это что такое? Ага, все правильно, отлично. Так, тебя, значит, назад. Это получается по трубам надо перепрыгнуть на эту платформу. А как ты поворачиваешься вообще, нет? Или ты просто едешь по прямой? Успокойся давай там. В принципе, допрыгнуть мы допрыгнем, и перепрыгнуть мы перепрыгнем. Да? Ну, наверное, должны. Опа. Тупичок. Так, ладно, F5-кой давайте пробовать. Больше ничего не остается. Больше ничего не остается. Раз. Спокойно. Два. Ай-я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 й
нельзя. Какие-то короткие пути, срезы, всякая херня. Так, по-моему, я здесь не был ни разу. Но с другой стороны, если бы я тут был, я бы давно там уже не парился, я бы бегал здесь, наверное, правильно? Так, там закрыто. Бляха! Бускет, сука, ладно, щемим. Не буду на него патрон тратить, нахер он мне не нужен. А чё так сильно ты мне прописал-то, я не понял. Состояние здоровья отвратительное, я уж так дальше скажу. Так, а здесь мы были, ладно. Нажмем F7. Я не хочу. Мы с вами потратили больше 50% здоровья, просто потому, что Гордон под моим управлением весьма кривоват стал. Ладно, хер с ним. Опа, 10 раз бегу надо. Оп. А чё не прыгаешь-то, я не понял. Гордон, мать твою, налево. Может, ближе ее поставить?
Он с нее прыгать-то вообще может, нет? А он с нее не прыгает. А, во, прыгает. Но не всегда. В чем прикол-то? Он через раз как-то прыгает на этой платформе. Ну-ка, давайте-ка поближе ее поставим, потому что я чую, я не перепрыгну нихера. Допустим, вот так. До нее-то я допрыгнуть допрыгну, а вот с нее перепрыгнуть это уже сложно. Во! Отличная F5-ка. Поехали. Опасно, держитесь в стороне. Нам туда-сюда? Куда? Нет, я туда не хочу ни в коем случае. А здесь какой-нибудь бусквит будет, да? Здесь вообще тупичок. Нахера он нужен? Какой-то непонятный загон. Ладно, поехали. Опачки. Так, ты поедешь вперед. А, это всякий мусор сжигают, что ли? Так, подождем. Посчитаем, сколько у нас времени. Пальнули, суки, чутка. Ладно, выжили. Это не бускет, на это не жалко маленькое здоровье потратить. Тихо. Нереально, что это за завод-то? Это, я так понимаю, нас либо военные оттащили куда-то непонятно куда, либо мы находимся на нашей же лаборатории, только где-то в каких-то пивных цехах или что-нибудь типа того. Опа, патрончики. Так, а чё мы? Мы куда? Мы с вами упали отсюда. Значит, надо ехать куда-то туда, наверное, да? Тихо. Платформа. Куда ты едешь? Себя можно подобрать патроны, если тебя куда-то сюда подвести, чтобы я смог до тебя допрыгнуть, да? Ха-ха, окей. Тихо! Тихо, 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 тихо. Нет, нахер, нахер, нахер. Пойдем-ка мы спрыгнем вниз, наверное. Опачки. Восстановление материалов. Тут какой-то взрыв. Переработка. Там, наверное, как раз открываться будет вот эта херня, чтобы поставить платформу и забрать там... А там, по-моему, только патроны. Но там патроны для магнума. Вот это хорошо. Это хорошо. Ну, давай попробуем. Давай, взрывайся. Во! Ладно, глушанул чутка, не страшно. Так, твою мать, еще одна. Эй, не понял я. Взрывайся. А-а-а! Сиди! Ты сидя, да? Бляха, взорвет меня сейчас. Взорвет! Сука, я же говорю, взорвет. И куда вот ты, молодца? А, ты не... Хе-хе-хе, я думал, сейчас здоровье потратит. Но он не потратил, ладно, хер с ним. Мы, в принципе, здоровье подняли еще. И даже немного, по-моему, в плюсе по здоровью, в минусе по броне. Но я должен найти переключатель и подобрать патрон для магнума. А это, похоже, то же самое место. Да, нет, нет, да. Непонятно пока ни хера. Ой, ой-ой-ой. Винулся туда, куда надо. А здесь больше выходов-то особо нет. Блин, на туре выходов-то нет, что делать? Нахер. Это самая дрянная локация, как по мне, серьезно. Все непонятно, куда идти. Можно, в принципе, пройти по прямой, куда нам надо. То есть... Не ори давай. Что там у нас? Как там кнопка-то? Так, это патрон для магнума, там больше ничего особо такого нет, поэтому ради этого переживать и париться, я думаю, не стоит. Поехали отсюда нахер. Восстановление материалов. Вот! Сейчас нас восстановят до кучи, полностью. Что такое? Сейчас нас восстановят, и мы станем полностью здоровы, полностью живы, полностью молодцы. И полностью прекрасны, красавцы, и вообще просто отлично все у нас будет. Так, только не говори мне, что здесь уже был. Что-то очень похожее место. Бляха-муха, что ты делаешь-то, ну? Так, вот я что-то нихера сейчас не понял. Ну-ка назад тогда получается. Сели прям как-то бегаем туда-сюда. Не туда, не сюда. И все неправильно у нас. Тогда получается надо спрыгнуть еще ниже. Вон туда куда-то, где еще одна переработка идет. Давай попробуем. Опа. Тихо, спокойно. Куда-то вот сюда, например. Да? Сюда нет? Проедешь? Нет, не проедет. Тогда получается, наверное, надо спрыгнуть вниз. А внизу у нас что? А внизу у нас то же, где мы только что были. Здесь нету выхода, здесь нет дверей. Тогда получается что? Пойдемте в дверь. Попробуем там под водой куда-нибудь проплыть. Больше у меня идей никаких нет. Так, опа, очки. Тут электричество только что... Электричество здесь? Серьезно? А, это вода подпрыгивает. Электричество. Так, но это тоже не то. Плохо.
А, нет, смотри, аптечка есть. А, ну так правильно, мы здесь не были еще ни разу. Вот, еще одна зона, короче говоря. Это находится там же, где мы постоянно падали, вот за этими перемалывающими хернюшками. Спрыгиваешь на одну балку, переходишь на другую лестницу, переезжаешь, херак, короче, и ты вот здесь, и ты вот так, и как-то здесь ты оказываешься, короче говоря. Я ни хера не понял, я задрался тут бродить. Пойдемте дальше. Короче, куда-то мы приехали, и походу дело куда-то... Ага, куда-то не сюда, ладненько. Туда я падать не собираюсь, нахер мне надо. Если меня сейчас... Вся эта херня меня выведет сейчас куда-нибудь обратно, куда я пришел, я психану, серьезно. Ну нет, смотри-ка, здесь мы не были еще пока что. Там закрыто. Тут перемалывательный аппарат, в котором мы только что преодолели, по ходу дела. Пойдем сюда. В зоне присутствуют радиоактивные материалы. Ага, все, понял. Так, туда нет. Тем же самым путем. Опять это говно висит. Надо что-нибудь выхватить, успеть поймать, чтобы ей отдать. Иначе она меня сейчас заберет. Или не заберет. Не, не заберет. Ладно. Отлично. Куда-то дальше идем, продвигаемся. Хорошо, дверь. Ха-ха-ха. А, это не мое. Я думал, это весь мой арсенал. А это, оказывается, не он. Я все-таки жду, жду. У нас же, например, в постеле была такая же херня, когда нас по голове лопатой огрели и куда-то оттащили. Потом мы все-таки свой арсенал-то нашли. Совсем недалеко от того места, где нас утащили. Здесь же мы уже сколько бегаем, вторая серия, и как-то до сих пор не можем найти свои боеприпасы, свои пулеметы, автоматы, свои взрывчатки. Правда, взрывчатку мы нашли. И магнум нашли. Больше, в принципе, ничего не надо. Еще бы автоматик. Дробовик тоже особо нахер не нужен, хотя дробовик бы пригодился сейчас, потому что стрелять в каких-нибудь этих гораздо удобнее с дробовичка, нежели в военных. В военных удобнее стрелять с магнума. Они падают от него только в путь. Ну-ка, свалило. Вот! Хорош! Здесь мы еще не были, красота. Эти мертвые нет? Суки дышат, смотри. Паскуды, ну-ка. Давай-ка я им подарочек принесу. Чувачки, на-ка. На-а-а! Твою мать! Да идите в жопу вообще все! Сука, весь мой этот, прикинь, весь мой запас потратили с собаки. Ну ладно, давай расстреляем их по барику. Ооо, 5%. Если я сейчас не найду здесь лечилочку, я буду переигрывать, наверное, потому что нас убьет сейчас только так. А, опять, походу, дел куда-то не сюда пришел. Ты смотри, что делается. Их содержали в этих камерах, нихера себе. Учё, это по-любому, подожди, это от них клетки-то, они же вырвались оттуда. Или нет? Только не говорите мне, что я опять пришел в какой-нибудь тупик, мне надо возвращаться назад. Просто назад дороги нет, тем более... тем более как бы это... Как это говорится-то? Загрузочка была, поэтому смысла возвращаться назад-то нет. Можно по ящикам, конечно, попрыгать. Куда-нибудь это нас, наверное, приведет. Пока только не ясно куда. Тихо, не падать! Не падать, сказал! Поздно, упал. Там сверху что-нибудь есть, нет? Я вроде ничего не вижу. Но, скорее всего, туда и надо, потому что больше нигде нет проходов-то. Это меня убьет. Я хер, там вроде тоже как ничего нет. А, вон вход в вентиляцию есть. Ясненько. Ясненько, понятненько. Вперед. Опа. Запрыгни. Опа. Так, вот здесь главное перепрыгнуть нормально, иначе мы сейчас опять упадем, будет беда. Опа. Красава! Опа. Молодчик и греночки мои! Вход-то где? Я только что вход здесь видел. Да, не может быть такого. Есть, конечно, вариант перепрыгнуть через забор. И там он, собственно, надо через забор надо перепрыгнуть. Там потому что открытая дверь есть. Только как туда пробраться? По трубам. Трубы торчат, нет, стены вообще. Ну-ка. Смотри-ка, гениально. Гениальный вариант. Тут настолько могут убить. Но мы это удачно с вами обошли. И здравствуй. Здравствуй, дверь за электричеством. Нахер тебя. А, ясненько. Сука. И зачем я это сделал? Там дверь не открылась? Нет, тоже красная. Ладно, пойдем дальше. 5% здоровья вообще ни о чем. Срочно нужна хпшка. Срочно. Так, ну-ка, открой-ка. Да достали вы. Дайте подлечиться-то. Сомнительная этика. Вот военных мне здесь еще не хватало. Этика же, это же
отношения же между людьми, там какие-то, наверное, правила этикета, все дела, как вести себя в обществе, как вести себя там, когда тебя ударили чем-то и отнесли на непонятно какую базу, лишили практически всего здоровья, отобрали все пистолеты и просто считают тебя мудаком и хотят тебя убить. Ядрит твою мать. Эй! Я тебя ударю сейчас, слышь? Давай я тебя выпущу. Ты будешь за меня сражаться. Выходи, чувак! Какой нихера себе ты. В натуре долбится. Походу дела с ним придется сражаться, как ни крути. Пока не хочу, хочу здоровья много. А, сомнительная этика. А, я убил его! Правильно. И сейчас по-любому кто-то напишет, что я, короче, мудак, потому что я убил монстра. Но если бы я его не убил, он бы убил меня, правильно, нет? Правильно, конечно. Там лестница была, по-моему, спустимся, посмотрим, что там. Поднимемся, посмотрим, что здесь. Охереть. Стандартные заставки для винды. По-моему, для экспихи прям точно такие же там видел. Вроде больше ничего не нажать нельзя, ну-ка. Блин, здесь вся где-то аптечка должна быть в конце-то концов. Люди работают с монстрами. Не все так просто, как казалось бы. Оказывается, в натуре, смотрите, это не просто какой-то портал в параллельный мир был открыт, и сюда монстры попали. Они, смотрите, они содержались в клетках. Они разрабатывались в каких-то сраных радиоактивных трубах. Ты же помер, да? Извиняй, чувак, но я жить хочу, я знаю вас таких. Суки, накиньтесь, от вас не отобьешься. Так а где все ученые, где все военные? Кто это охраняет? Каким хером вообще? Малый Ксен. Во! Отличненько, малый Ксен. Фу, с 5% здоровья, с 5, вот, с таким количеством. Просто попытались выжить, мы и выжили. Давай, F5, все хорошо, что такое? Смотри-ка, это пушка с хаткрабами. Чем больше хаткрабов мы выстрелим, тем больше хаткрабов будет уничтожено. Тем проще нам будет жить. Походу дело все, ладно. Главное, здоровье нашли. Хоть как-то уже малекше, полегче дышать-то будет нам. Так, какая-то херня валяется, она же встанет сейчас. Это, ну, включается, что это, лаборатория А, электрооптика, некропсия, флороксен, малый ксен, ОВН, ОВН. Ну-ка, пойдем посмотрим там за ОВН. Все пропущено, ничего, все закрыто, никуда не пускает. Пойдем посмотрим. Главное, чтобы эта херня не вставала. Там вот что-то валяется, смотри. Огромное, что-то отвратительное. Ах, крабы, сука, падлы, твари. Не буду. Не буду ждать их сломом. Они меня сейчас все здоровье убьют. О, спасибо, чувак, арбалетик мой. Так, ну мне пока не нужен. Ты же не встанешь, да? А кто это такой-то? А, это херня, которая ядом плюется. Сучка, правильно всех вас надо порезать за собаки за такое дело. Воу! Воу-воу, все понятно. Стой пока, нормально, сейчас приду. Сейчас приду и убью тебя. Куда я иду? Дезинфекция. Ты открываешься, нет? Понятно. Сейчас назад сбегаем, да просто был подъем в эти кабинеты. Нам, скорее всего, по-любому надо идти вперед. Но надо прошухерить, так сказать, что здесь творится, потому что, мало ли, где-то есть броня, где-то есть еще здоровье. Ну, конечно, здесь что-то должно быть. О, еще что-то есть. Освободить дверь. Так, отлично, что-то открыли, кстати, между прочим. Нет, 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 да, твою мать. Зачем? Что происходит? А. Еще одна сомнительная этика. Вообще неплохо. Пась. Эй. Ну это, кстати, хорошо. Чё, где открылось-то? Охерительно. Вот сейчас я не знаю почему, но сейчас мне игра начала очень дико нравиться. Вот эта атмосферка, короче, какой-то непонятной херни. Заговоры ученых, все это с власти скрывают, все эти дела. Вот это, на самом деле, очень охерительно. До этого, как бы, ну, был такой особо не заморачивающийся сюжет, он среднестатистический шутан. Но сейчас все пошло просто хорошо. Вот эти лабораторки, они прям реально делают свое дело. Толкан мужской, да? Нихера себе толкан. Это раздевалка или толкан? Мэ. Мужской. Не, походу. Не, смотри, толкан, раздевалки. А вам как бы не это. не угорает, походу, дело, да? Главное, они здесь переодеваются, здесь кто-то срет. Я бы не хотел серьезно такой раздевалки переодеваться. Санита. Чувак, хорош! Ты там уже кровью обосрался, освобождай толкан. Людям не хватает. Че шипит-то?
Краны не работают, ничего не работает. Дверь закрыта, откройте. Обслуживание. Женский, и женский закрыт, смотри, не дают в женский туалет. Посмотри, что за дела? Подожди-ка. По коридору там у нас что? Надо повнимательнее ее обшарить, облазить, потому что... А, тут закрытый женский толкан. Потому что, видите, мы вроде как ходим-ходим-ходим, и оружие собирается по дороге у нас. Вот это хорошо. Потому что остальное можем тут пропустить и лишиться чего-нибудь хорошего нашего. F5-ка, и погнали. Опачки! Живой! В натуре. И не военный. Так, мы пришли, короче, пришли к друзьям. Серьезно, сейчас тут примут хлеб, соль, все дела, патроны, жравчик, хавчик. А, это же кухня какая-то. Ну да, это кухня. Опять те же самые кока-бола, альпи нахуе. Вот это нормальные напитки газированные. Чувак! Да! Ты дурак, что ли? Чё, приятель, чё тебе надо? Подожди, я патрончики у тебя посмотрю, потом приду к тебе и поговорим. Я понимаю, что у тебя для меня весьма и весьма важная информация. Просто даже не сомневаюсь в этом. Но обожди секунду. Просто прям чутка. Чё, серьезно что ли? Чувак сидит... По-моему, кто-то что-то печатает. Вроде нет никого. Чувак сидит здесь, короче, походу дела вообще без оружия. Как так можно? Где ты, дружище? Вот ты, привет. Это бесполезно. Там все перекрыто. Единственный способ выйти, это найти кого-то с доступом к сканеру, чтобы открыть главный вход. Окей. Почти уверен, что несколько ученых прячутся где-то в этой лаборатории. Само собой, что ученым делать еще? Если будем искать вдвоем, сможем их найти и попросить выпустить нас отсюда. Ну давай, пойдем со мной. О, еще одна лечилочка, отлично. Жизнь налаживается. Сейчас, короче, ой, сатыга, отлично. Так, чувак, ты идешь за мной? Сделаем это. Пошли. Во, пошел, отлично. Жизнь-то налаживается. Сейчас где-нибудь еще броньки намутить, и вообще будет отлично, серьезно. Прям броньки не хватает. Не бронька, а зарядка, ну какая разница. Пойдем. Да, давай, отойди. А у тебя нет пистолета, дружище? Ну-ка. Стой на месте! Ты что, с одной рацией ходишь, что ли, дурак? А, есть пушка. Пушка есть, хорошо, будет стрелять. Я свои патроны особо тратить не хочу, они что-то убывают. Они убывают, убывают, а новых не дают. Поэтому пусть стреляет тот, у кого они бесконечные. У него же бесконечные, по-любому бесконечные. Эй, F5-ка, поехали. Достань пушку-то, слышь, дружище, тут как бы монстры ходят. Вот они, короче, вообще говныши, серьезно. Взяли, что-то тут натворили дело, взорвали реактор. Получается, вся эта херня произошла не из-за того, что они реактор взорвали. А вся эта херня произошла из-за того, что это уже было. Потому что они всех этих животных сами, ну как животных. Возможно, где-то в другой какой-то цивилизации, галактике они считаются животными. Их надо просто приручить. Они их испытывали, они их пытали, они их куда-то достали, их куда-то привели, разработали, вы... Бляха-муха, стой на месте, дура! Сука, не пали контору, Алёха! Алёха, Алоха, не пали контору, сказал, сиди там спокойно. Так, там... Да ты дурак, что ли? Нет, ну ты ублюдок, я тебе серьезно говорю! Сука, по стелсу надо было все делать, говна кусок! Он убил их, нет? Ты убил их? А почему я с пистолета их убить не могу? Ты в натуре у них пострелял! Нихера ты... Ха-ха-ха, мужик... Опа, где? Ты не всех пострелял, чувак, я тебе отвечаю. Бляха-муха. Откуда? Вот козел, а. Все мое здоровье, сука, пошмалял. Ты че, какой невнимательный? Как бы надо внимательно к этому делу-то относиться. А жизнь еще лучше становится. Прям краше с каждым днем. Даже не с каждым днем, с каждыми... Не надо, чувак, уходить. Никуда не уходи. Просто бегай и стреляй всех, кто на меня поднимает руку. Во! А-ха-ха-ха! Нашло пачки и брончика еще. Хорош вообще. Ну вот и хорошо. Мы в полном боекомплекте. В полном боеоборужении, вооружении. В полном во всем. С полным животом, с довольной рожей. Ладно, извиняю. На первый раз прощаю, чувак, не боись. Пойдем дальше. Так, где мой магнум? Тут эти военные, сука. С магнумом-то оно будет повеселее, получше и попроще. И где они? Вот очень плохое место. Сейчас кто-то выскочит, у меня потратится очень много здоровья, потому что я, в принципе, нигде не смогу спрятаться. Здесь никаких за углов. Вот за урной, если только. Но мне кажется, урна весьма жестяная, поэтому она меня особо не защитит. Это же можно сломать, да? Что это было сейчас?
Тихо. Ну извини, ну такое я вот быдло. Не могу я входить через двери, могу только через окна. Так, это что такое у нас? Охрана. Вот это хорошо. У охраны должны быть... Ой, еще арбалетик. Что, патроны полные? Эй. Чего? Мы скоро отправляемся. Ну сейчас, подожди, я попалю на синий экран. Ну хоть патрон для добрыша получили, уже хорошо. Так я не понял, они тут вдвоем что ли сидели? Ну смотри, нам реально, нам целые кучи дают все наши боеприпасы. Я знаю, что ты делаешь. Ты играешь со мной в молчанку. Да. Именно так, ты все правильно понял. Я играю с тобой в молчанку, потому что ты неинтересный собеседник. Я же тебе говорю, ну целая куча этой херни. Это не из другого мира, это наши ученые, сука, догадались. Наши ученые все это изобрели, наши ученые все это придумали, но они не смогли это контролировать, поэтому они все, сука, козлы, и я из-за них должен тут сбегать с магнумом и отстреливаться, о, вдруг, от военных. А, не от ученых! Ай, хэдкраб, падла. Давай. Сзади прикрою. Берегу голову, не волнуйся. Так, еще одна этика. Ну-ка, зайди сюда. Давай-ка еще одну этику сделаем. Че, выпускаем? Ты кому-нибудь сказал встретить нас здесь? Да, такси там вызвал к первому подъезду. Скоро приедут, не боись, выйдем. Так, я что-то не понял, что никого не убил-то? Вроде как должны были, наверное, все эти колбы разбиться, нет? Просто если... Да, это целая херня, это говна. Так, спокойненько. А, где? Волчик. Блин, ну-ка убей его. Убей всех, давай, красава, убивай. Сейчас все будет. На. Зайди, дурак, сейчас убьет. Бляха, извиняй, дружище, вообще не специально сделал. Ну блин, ну чё, зачем? Я не хотел его убивать, серьезно, я думал, он убежит со мной. Ну нет, так нет. Он бы все равно где-нибудь остался и сказал, ладно, иди дальше без меня. Но он меня защищал, он был хорошим другом. Мы знали его так мало времени, но он был очень отличным напарником. Он просто красавец. Это вообще мой косяк, серьезно, мой косяк. Взяли и потеряли человека. Опачки! Аккуратненько. Вот сейчас за ними идем. Стреляем по голове. Сейчас бы меня палить начал. Ну и все дела, короче, было плохо. Ух, нихера ты по стенкам умеешь ходить. Так, ладно. Давайте-ка мы, наверное, вот здесь вот встанем. Вот здесь вот спрячемся, закроемся. Посмотрим пока на всю эту херню, которая здесь происходит. И давайте на этом закончим. Ссылка на плейс будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Смотрите следующую серию. Охранника реально жалко. За охранником не досмотрели. А охранник наш косяк. Всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.